там будет движение, да. Он вот тут начинается. Не, он тоже там неплохо. Вот тут начинается прижим и пошел. Ближе, ближе, а там отбой начинается и пошел туда. Ты сколько от берега кидаешь, Саша? 23, без удилища. Плюс удилища 3 метра кидаешь. Угу. У меня там типа, знаешь, какая-то ракушка или что-то такое. Нет. Ничего не нахожу. Цепляется, да, кормушка? Да. У меня вот протаскивай ровно. Пересядь. Пойди в сторону, покидай просто. Только кормушкой, а не грузиком. Хотит, ну, ты понимаешь, бывает. Ну это интересно найти, да, что-то. Ну ты попадешь. Да, бывает, тянешь и просто не понимаешь, что. А тут начинаешь кормушкой хрендят грузиком, а ты понимаешь, какое дно. То есть интересно. Раз, но просто. Я понимаю, но потом ты грузиком попадаешь в кормушку. А? Потом ты в этот угол меняешь, попадаешь. То есть, да, аккаунт папа поймал. Длину поводка какой поставил, Саш? 30 плюс фидергам, где-то 8 сантиметров. Поклевки очень слабые, у меня 3 поклевки было. Угу. Крючок 18 или 16? 12. Такие рыбчики тут на 10-й восьмой. Да? Подлещик.
первые забросы? Вы же раньше начали ловить. Вы же раньше ловить начали. Ну а чувачка подписчики. Рыбчик. Привет, друзья. Мы на реке. Кубань ловит рыбку. Рыбку поклевывает. Разнорыбится. Густерка под пищей. Иди на палец, он будет сразу. Кормушка 80 грамм. Стоит довольно хорошо. Дистанция чуть больше 20 метров. Ничего так выразительно не нашел здесь. Потому что она обновка на 20 метров. Рыбы мелко не берет на обычно. Если одного парика ставишь, поклевка на червяй. Я тут большого червя один. Порыба, рыба. Ну как ты считаешь мощно? Просто рвану вот все. Рванул это? Американцев много. Но крупного. Все равно ребята ловить не полторы. Ну, как полторушки на таком течении, это не достаточно. Не мое. Верну свою эту ультралайт мега снасть, вы в шоке будете, как вы говорите. Скором там идет. А, ты панировочный сухарик выставил? Через второго вот это. На гробака надо! Кузнечиков попробовать. Полоску. О, американец. Колючка. Не колодцы. Даже в садок ложить не буду.